Уполномоченная по правам человека в России также встретилась с председателем облдумы Юрием Клепиковым. В частности, обсудили реализацию единого федерального стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Сейчас, наряду с рекомендованными, в области действуют более 30 дополнительных. Социальные меры поддержки, те, которые не приняты на федеральном уровне, мы 50 тысяч платим в случае рождения ребенка. Да. Мы 3 тысячи ежемесячно платим ребенку на питание. Мы выплачиваем там еще ряд других социальных, 15 тысяч мы платим для того, чтобы приобрели спортивную форму. То есть такие, казалось бы, абсолютно разные выплаты, но они все служат как раз вот на поддержку вот этой категории наших земляков. Спикер Белгородской областной думы рассказал омбудсмену и о всесторонней помощи, которую оказывают пострадавшим от действий со стороны Украины жителям и их семьям. Юрий Клепиков отметил, сейчас по поручению губернатора разрабатывается региональный закон, предусматривающий комплексное регулирование таких мер поддержки.